Устранять последствия непогоды специалисты коммунальных служб начинают на рассвете. Дорожная бригада муниципального предприятия благоустройства полным ходом ведет борьбу со снежными завалами. Февраль в Самаре начался со снега и дождя, а резкие перепады температуры только прибавили задач коммунальщикам. В дневное время положительная температура воздуха, в ночное идет переход с отрицательной температуры. Это способствует образованию наледи. В настоящее время в городском округе Самары проводится интенсивная обработка проезжей части тротуаров, пешеходных переходов противогололедными реагентами в целях того, чтобы не допустить образования наката и наледи. Привести в порядок улицу Карбышева в границах улиц Мариса Тереза и Гагарина специалисты планируют за день. Этот участок в прошлом году отремонтировали в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Теперь важно не повредить дорожное покрытие, бордюры и ограждения. Поэтому в отдельных локациях приходится работать вручную, с ювелирной точностью. Это такие элементы, как пешеходные переходы, непосредственно уборка снега из-под ограждений, также где техника не может пройти механизированно. Ответственность, соответственно, возложена на нас. На очистку территории направлено 8 единиц спецтехники. Привлечены 5 уборщиков. На полигон уже вывезено более 320 тонн снега. То, что ходить стало легче, заметили горожане. Ребенку 4 месяца, с коляской очень неудобно ходить по заснеженным улицам, не по расчищенным. Сейчас намного лучше. Однако просто расчистить дорогу недостаточно. Из-за перепадов температуры приходится открывать и проливать ливневки. Важно захватить все улицы, на которых расположены ливневые колодцы. Здесь по уклонам мы проливаем сейчас выше, чтобы перехватить воду выше на Марис Торез в дождеприемной решетке, чтобы она не пошла на Карбышево и во внутридворовые территории. Если не производить работы по удалению ледяных проб в колодцах, то у нас вода застаивается будет на улично-дорожной сети. Лужи будут в городе. По распоряжению главы города Елены Лапушкиной в Самаре усилен контроль за содержанием улично-дорожной сети. Выездные проверки с участием специалистов дорожного хозяйства проходят круглосуточно. Если выявляют нарушения, дают шанс устранить замечания в течение 1-2 дней. В минувшие сутки уборкой городских улиц занимались 375 дорожных рабочих, 528 спецмашин. Гульфия Сафина, Сергей Баскин. События.